Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Гонки автобусов на кировских дорогах продолжатся. Член рабочей группы по контролю за ремонтом дорог Константин Сечихин в программе «Особое мнение» в нашем эфире прокомментировал результаты конкурса среди перевозчиков. Вместо 2-3 компаний в 2021 году обслуживать маршруты будет почти десяток. Все же эти перевозчики, вот они раньше просто работали на субподряде под АТП. Все ездили примерно по этим же маршрутам, ничего нового у них не появилось, никаких новых компаний не появилось. Просто раньше эти компании на слуху не были, не такие компании, как Азимут, не такие, как Трансавто. Я предполагаю, что будет конкуренция с гонками. Примерно у всех маршруты где-то что-то пересекаются, будут все равно стараться друг у друга забрать клиента и больше заработать на билете. А в ВТП в этом году лишь ввели новую систему оплаты труда водителей и кондукторов, как раз чтобы снизить ее зависимость от количества перевезенных пассажиров и устранить гонки. Программа «Экономика». Молодым матерям придется обзавестись картами МИРа. С 1 января в Кировской области ряд пособий будет перечисляться только на них. Это, например, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и на третьего ребенка. Чтобы не остаться без денег, нужно заказать в банке карту, а потом передать ее реквизиты в управление соцзащиты. Если этого не сделать, банки будут возвращать деньги в соцзащиту. Нововведение не относится к тем, кто получает деньги через почту или на обычные банковские счета. «Экономика» на 101 FM. Далее информация от наших партнеров. Банк «Хлынов» внедрил систему оплаты по QR-коду. Сервис QR для бизнеса – это инновационный способ оплаты без терминалов и карт с использованием СБП – системы быстрых платежей. Предприниматели могут экономить на банковской комиссии, она ниже комиссии торгового и интернет-эквайринга. Кроме того, зачисление средств на расчетный счет происходит мгновенно. Дополнительного оборудования приобретать не нужно, достаточно сгенерировать QR-код. Клиентам для покупки не требуется введение данных карты, что защищает их от мошенников. Доступен сервис для большинства смартфонов, нужна лишь камера и поддержка банковских приложений. Оставить заявку на подключение можно на сайте bank-hlynov.rf, возрастное ограничение сайта 0+. Также можно позвонить по телефону 8 800 250 237, бесплатный звонок по России. А ОКБ «Хлынов», лицензия ЦБРФ номер 254. Экономика. Завершение о валютах. Доллар сегодня 72,98, курс евро 89 рублей 29 копеек. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.